Всем привет! 25 мая, 16 год. Наконец-то зацвела акация. По срокам где-то, как и в прошлом году, цветение происходит. Молодые деревья немножко пораньше начинают распускаться. Старые попозже немножко. Пчела пока массово не идет на нее. Вот аромат. Такого явного аромата пока нет. Легкий-легкий аромат цветов сейчас стоит. Пытаюсь поймать пчелку. На цветках. Вот. Два дня назад зафиксировал показания контрольного улья. Завтра надо поехать посмотреть, что там есть, привесы нет. Три дня только погода у нас стоит. До этого дожди лили, холодно. Дневная температура сейчас не превышает 25-26. А ночью холодно. Может, и с этим нектаровыделение немножко похуже у нее идет. Много шмелей. Ну и прочих разных жучков. Берут нектар. Сорвал несколько цветов, попробовал нектарники на вкус. Ощутимо есть сладость, но такая легенькая-легенькая. То есть нектар в цветах уже есть. Массового гудения пока нет пчелы. Но будем надеяться, что еще нам погодка даст какое-то время. Подсвести с ней. Может, что-то и принесут. Такие дела. Будем надеяться на лучшее. Всем пока.